Будеш ділову, Андрюху, розсікати. А чо не шість? Андрюх, бери сразу шість. Мазду? Да. Ну, у меня 5000 долларов бюджет. Блять. Пять тысяч. Ну, я думаю, за 6 можно взять. Нормально. 5000. Ну, я думаю, за 6 можно взять. Эй, ты заходишь? Ну, конечно. 5. Андрюх, можно повторить? А 30 раундов это максимальное? Не знаю. Алло. Алло. А что? У меня не получается, ребят. Да его нет. Андрюх, ну я нажимаю, а оно не заходит. Ты выключил его? Конечно, выключил. Я в игру не заходил? Не, я в игре. А Steam у тебя включен? Да. А ты что раньше запустил, Steam или игру? Да ну, Steam. Ну я в игре уже. А ну, если без пизды? Ну у меня Steam сначала был включен. Не, мы играли. Мы же играли в это. Вы приняли? Ну попробуй перезайди, да. Закрой все, открой заново Steam, потом игру. На Steam закрой, выйди с игры, я тебя приглашу, поэтому ты не зайдешь. Давай. Он не зайдет, поэтому... В смысле, оно мне пишет установка. Андрюх, ты мне пишешь? Игру запусти, оно так тебя не пустит. Steam не понимает, что это игра. А у нас всегда было friends only или были invites only party? Давай, закидывай еще раз. А я ебу. Ну я ничего не менял, как обычно. Ну какого хуя? О, зашел. Какую карту выбирать? Ну, если там, блядь, борт пират, мне не очень зашло. Ну, либо эту, либо вот ту предыдущую. Так, а зимняя? Ну, пиратская лучшая. Пиратская лучшая, она зимняя очень большая. Вот это... так, давайте короче, попробуем. Первую, вторую или третью? Да, зимнюю давайте попробуем, что там. Что нам? Тут есть возможность заоблочить какие-то мини-игры и итемы. Давайте я уберу улик и нахуй. Мини-игры блочим какие-то? Самолетики, да, ебаные. Половину. И машинки, сука. Да нахуй. Не те самолетики, которые стреляют, те, которые просто летают. Стреляющие прикольно. Ребята, так в дупа у меня, блядь, все игры забирайте. Не машинки нахуй надо. Да иди пизду. Я заплачу только вот эту хуйню, там, где он с мечами бегает. Кончик. Да нет, а это самолет? Нормально. То есть... Тогда нахуй ничего не блочь, пошли дальше. Ну я улик убрал. Улик хорошо. 30 ходов там максимально или нет? Да. А, unlimited есть. Давай unlimited. Карту. Ты поставь кубков больше. Да не, кубка больше не надо. Лучше новую начнем, чем, блядь, бесконечно. Ну да. Ну ладно, давай, давай, 5. Карту. О, он не хочет зиму пробовать, давайте зиму. Он говорит, что она длинная, мы там друг друга не увидим, блядь. Попробуем. Рука болит? Так, она всегда болит. Андрюх, что за тебе наделали, блядь? Нездоровая. Опа! Пизда нахуй, каким хуем, блядь, 9. Опа, ебать. Охуеть. Ебать, тут что-то вообще стрелочек куча непонятных. А куда идти?
Ебать, уже дилдон. Уже хей, да, начинает? Ага. Просыпаться. Уже подключено, блядь. Налево пройди, пройди. Ты нахуй тебе приколы? Еще одному, блядь. Нет. Ну, дилдак поярче будет, наверное. Конечно, дилда, это пиздец. Нихуя себе, блядь. Ебать, она здоровая. Да, ну, ебать, это лабиринт. Не настолько она и здоровая. Лабиринт, если что, меняется, короче. Блин. Может не повезти кому-то. Шо-шо-шо? Лабиринт меняется после каждого, ну... Ой-ой-ой. После мини-игры. Там, ну, я не знаю как, но он меняется. Пизда рулю, нахуй. Меняй колеса. 4. 5. Здорово. Здорово. Мать, вы так рядом вкусно стоите. Да, как раз для дилдочка. Угу. Ты как и сам Бог видел. Ну да. Как бы это ни звучало, Бог и дилда в одном предложении. Дилдовый Бог. Чикс. Ебать, шахтеры, да. А ебать, как вы думаете, на вот этой фразе «Дилда и Бог» моя стримерская карьера закончится? Я подрубил просто стрим. Я думаю, да. Я думаю, похуй. Ну, типа, тебя как бы смотрит только я и твоя мама. Ну, есть вероятность того, что мама кинет страйк какой-то. Конь, я не успел. А он что, нашел, блядь, этот подарок? Нет. Какой подарок, я извиняюсь? Ебать. Как дальше, блядь, когда мы все внизу, блядь? Ебать, ты, Димон, блядь, раскопал, блядь. И ушел, блядь, в сторону. А мой вверх камера я не видел. Блядь. Блядь, я не успел четвертый забрать, я прям перед ебалом. Ебать, ты, короче, раскопал, я ж кручусь, смотрю, думаю, блядь, может там, типа, начнется... Я тоже смотрю. Ебать, а ну камера вверх, я не смотрю, я прыгал. Разбираюсь, блядь, а он полностью раскопанный уже лежит. Давай мы сходим, братан. Ну давай мы бдитим. Хопа, ебать. Бам! А, хорошее начало. Ну надо вначале чуть подраться, потому что мы дальше друг друга не увидим. Можно я первый похожу? Нет. А, да. Хуй в рот. Ну, коль ты так настаиваешь, Дрюс. Не, ну так этой хуйней можно когда хочешь ударить. Ну, я и ударил, как захотел. Ой, блядь, подъеди ко мне. Сука. Опа. Здравствуйте. Пидорок. О, смотри, там с двоих. А, думаешь, достанет? Достанет, сука. Я думаю, да. Ну, сука. Димон, о, меня не достало. Отслед... Достало, братан, не переживай. Достало? У тебя спиздили, если что, игрушку. Игрушку спиздили? Ебать, ты где, нахуй? Ого. Ты что, я съебнул максимально. Ну просто Димон от следующего дилда может умирать. От дилдака? Окей, так, сколько у Димона хп? 15, да? Игрушку мою спиздили, да? Хуёво. Блять, в натуре здоровая карта. Да нихуя она не здоровая, такая как и все. Все здоровая. Да нет, ты шо, прикалываешься, она здоровая. Не, ну это и плюс, это и минус. Плюс долгом, ты передвижение, все хуйня. Минус. Еще хуяло, что ящик, блять, до сих пор один. Ах.
тогда, типа, а что она так быстро поменялась? Ебать, а где вы столько наколымили ключей? Я дико извиняюсь, нахуй. Я не знаю, тут белый, блядь, вообще все пиздит подряд. Да там черный, если что, 40 ключей уже. Хуяси. Илюха, нахуй ты агрессия. Да ты ж, блядь, меня въебал, блядь, из-под тишка, нахуй. Ну, я думаю, все, закончим. Нахуй эти приколы. Охуеть, блядь. Ну, кого-то пронзят. Вил. Ебать, да на нахуй, давайте поменьше карту. Пиздец, так ты смотри, хуй знает где. Тело какое-то не помешает. Шики-бум. Пиздец. Нахуй ты сюда пошел, да? Выключаю. Зря. Только сейчас в лабиринте застрянет на пол игры. Я так понял, там надо нажать на ту хуйню, чтобы он поменялся. Вон, видишь, что получается? На так вот. Да, на восклицательный, да. Возможно. Сука, конченая игра. Тогда у тебя все игры начинают. Да, блядь, тут клавиатура решает. У меня вот подклик такой, что я играю. Я ни разу гуд не выбивал, если что. Я тоже редко выбиваю. А я ни разу. Ну я, блядь, один из десяти. А я ни разу. Хуйня, чё, промазал. Да ебалась, ну вот. Сука. Как я не вовремя чихаю. Все это хуйня. Я это видел. 4 подряд мяса, нахуй. Тут просто надо нажать в бок и потом стрелять. И все, Серьезно? Ну, типа, поэтому и не промахнешься, если раньше не нажмешь. О, первый телепорт поехал. Подожди. Боржо. Ай, тут пиздовать, я попал. Либо
Рукавиця. Рядушком. А я їбанив вас рукавиці? Ну, там... Давай. А, хуй, там не... Ой. Надо было пойти налево, блядь, поменять всем лабиринт. Да, рискнуть. И нихуя нету въебать, да? Ну да. Зато есть защита. Андрюх, иди, я меняю лабиринт. А, сука. Бля, ебать, нахуй ты меня затираешь? Ебать, я вообще не угадываю, так скажу. Ебать, как ты успел? Пойдите, сука, нахуй. Слышишь, блядь, когда сам не собирает, вообще не пиздит, блядь. Я раз собрал. Ой. Ебать, как я насосал, блядь, замечательный. Вот, и вот второй шанс появился, ебануть. Тебя тоже зацепит, дурачок. Не, свой себя не пиздит. Нахуй ты пиздишь. Так он уже, блядь, его покатил. Я уже бахнул, блядь. Так он бы мог его на тебя успеть переправить. Ебать, заебёшься, где ты всю хуйню. А Кити поедем? А, я сдох. Ляша делает, оп. Mm-hmm. Ну вот так оно и работает, блядь. Что интересно, разные сундучки означают красные, зеленые. Да не хлеб. Просто светится. Да? Типа Новый год. Понял.